Всем привет, я в магазине Fix Price. Смотрите, какие нам пришли новинки. Пластичная масса, слаймы различные, есть перламутровые, есть на прозрачной основе, с битым стеклом, розовые перламутровые, смотрите, с бусинками. Очень много различных. Есть вот такие блестящие. Это точно новинка. 99 рублей. Игровой набор. Боксерские перчатки. Способствуют активному физическому развитию ребенка. Дизайн внутри. Зелененькие, красненькие, синенькие. Именно эти синенькие от 3 лет. Вот такие. 60 на 45, 199 рублей. Вот такие они, надувные. Ничего себе, 199 рублей. Вот это перчаточки. Давайте развернем, посмотрим. Вот, смотрите, какие. Ну что, наверное, на воде играть. Или на суше. Отлично. Они еще и держать на воде будут. Новые антистрессы опять появились. Смотрите, какие. Овечка. Это панда, наверное. Звездочка. Бегемотик. Мелкий антистресс, 55 рублей. И опять еще пришел, все больше ассортимент появился таких подушек дорожных, 199 рублей. То были арбузики какие-то, а теперь вон, смотрите, с барашком, бантики, пчелка. Внутри пенопластовые шарики, апельсин. Копилка для пивных крышек. Ёлки-моталки, чего только не придумают. Копилка для пивных крышек. 199 рублей в виде рыбы. Таким образом. Необычный креативный подарок. Копилка может положить начало новому увлечению. 42 отверстия сделано в России. Сделан из натурального дерева, крепится с помощью металлических подвесов. Интересно, только рыбки? Нет, не только рыбки, а это кусок карты, наверное. Или еще вот такая. В виде самой кружки пивной. Здесь вот хорошо видно, я не посмотрела, что здесь хорошо видно. Вот, смотрите, какая это и какая это. Я думала, это все, а это не все. Еще якорь есть деревянный. Надо же куда-нибудь мужскую берлогу повесить. Резиночки косичкой, яркие, тянутся отлично. Кому надо. Вот прекрасные резиночки. Разные расцветки, яркие. 55 рублей. 5 штук. Сумочки новые появились. Естественно, наверное, 199. Так, смотрим. Точно. 199. Слабенькая, очень слабенькая. Так. Как она изготовлена внутри. Самое главное, что для меня, что там есть подкладка, замок, трактор и на длинном тоненьком ремешке. Почему-то собачки голубого или серого цвета, такие непонятные. Очень это странно. Разные расцветки. И то же самое здесь. Мне это совершенно не нравится. Мне и сумочки эти не нравятся. Ну, по крайней мере, запортачили. И вот сумочки. Большие,
Эти уже были. Сколько они стоят? Тоже 199. Подушки. То есть сидушки. 199 рублей. 40 на 40. Смотрите, какие. Расцветочки у нас только фиолетовый с бежевым. 199 рублей. И материал бархатный, велюровый, не пойму. Классно. Состав полипропиленовое волокно и полиэстер. Изготовитель Китай. На завязочках. С двух сторон завязочки только. Хорошенькая подушка. Смотрите, какие подсвечники. 17 сантиметров. 99 рублей. Изготовлен из стекла. Опять появились такие корзиночки. Я такой до сих пор пользуюсь. Давайте пройдусь по садовым огородным инвентарю, по садово-огородному инвентарю и различные приспособы. Вот такой вот штукой мы чистим барбекю. Прелесть. Очень хорошо очищает. Вот такой тоже пользуюсь. Это подвязывают помидоры. И не только помидоры, просто растения. И эти нам надо подвязки тоже. В огородном отделе опять у нас новинка. Шляпа противомоскитная для защиты головы и шеи от летающих насекомых. Что-то я сейчас представила, все на огородах вечером наденем такие шляпки и будем ходить как космонавты. Удобная резинка для фиксации на голове. Затяжной шнурок. Это вот, мне кажется, очень хорошо на природу брать. 100% полиэстер, размер универсальный. 99 рублей. Здесь сеточка. Карты игральные. 99 рублей. Вот эти какие они золотые. Сумка-холодильник маленькая, миниатюрная. 199 рублей. Посмотрите. Кармашек имеется. Фольгированная внутри. Черненькая. Бордовая. И синенькая. Неплохое изобретение. Мне кажется, будет держать туда. Можно даже вот такие здесь же есть специальные для льда. Наложить, и будет прекрасно все. Новые прокладки. Белый лотос. Две капли. 70 штук. Ежедневные. Белла. Нежность и комфорт. Кому нужна информация, подержу. Затем есть сакура, фиалка, затем такие, тоже две капли, 10 прокладок в подарок, 100% мягкость и комфорт. Природная свежесть. 60 штук плюс 10. Бархатная роза и без аромата. Белла. 40 штук. Здесь получается 70, здесь 40. Еще прокладки Белла. Одна капля. И такие. Такие 99, такие 77, а такие 55.
сочная вишня, мыло для рук 900 миллилитров. Смотрите, какое перламутровое. Фокусирует. Интересно, какой аромат-то. 55 рублей. Вот такие. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.